Около 70 библиотек и более 300 сотрудников в Севастополе занимаются своей главной задачей – несут знания и информацию людям. Свое рабочее место они называют бастионом, а наибольшей ценностью – книгу. Здесь работают только ради того, что любят эту профессию, с людьми работают, для своего собственного самообразования и образования, потому что это всегда немножко нужно быть чуть-чуть, так сказать, впереди в информационном плане, в книжном плане. То есть и это потребность души. Валентина Сурова работает библиотекарем уже более 10 лет. В этой профессии она нашла свое призвание. Несмотря на развитие новых технологий, которые постепенно пытаются вытеснить книги, она хранит классические традиции библиотек. Чтобы быть библиотекарем, конечно, в первую очередь нужно любить книгу, любить людей и стараться быть таким человеком, таким библиотекарем, чтобы люди к тебе тянулись, приходили, чтобы они с тобой советовались, чтобы они были в библиотеке, как дома. Профессия библиотекаря сейчас не столь популярна. В основном здесь работают люди старого поколения. Маленькая зарплата и отсутствие перспектив не прельщают молодежь. Но Анну Гайденко это не испугало. В профессию она пришла 18-летней девушкой. Говорит, мечтала об этом с детства. Любимая игра была в библиотеку. Она поудобнее рассаживала своих кукол и раздавала им книги. Во-первых, это живое общение с разными людьми, с разным поколением. Когда им выдаешь литературу, и у человека видно, что ты действительно ему помог, даже вот на досуге что-то почитать или учебное что-то, это очень здорово, получаешь от этого удовлетворение. Жаль, что молодежь как-то не хочет поступать, потому что наша профессия, она востребована везде. Мы несем такую большую информацию для людей. Мало того, что духовное воспитание – это раз, во-вторых, патриотическое воспитание – да много всего. Свой профессиональный праздник библиотекари Севастополя отметили уже в 40-й юбилейный раз. Несмотря на то, что официально на государственном уровне указ был подписан лишь в 1998 году, свой день они празднуют с 1972. Анастасия Крапивко, Деливер Меджитов, программа «Наше время».